продолжении нашего служения я прочитаю место Писания за любовь Божью. Это написано в Иоанна, послании Иоанна. Первое послание, 3 глава, несколько стишков. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Я бы хотел остановиться сегодня на слове «быть». Оно в разных местах Писания к чему-то нас побуждает, потому что здесь я зачитал место Писания, где говорится, что Отец нам дал любовь называться. Но чтобы быть... И он развивает эту мысль и говорит, что это должно происходить. Слово «быть» – это действие, это подвязание, это конкретные наши уже усилия. И чтобы быть, я понимаю, что мы должны вникнуть, и я хотел бы как раз порассуждать над этим словом. Когда мы читаем, какие мы были, то мы все понимаем, что мы некогда были заблудшие, рабы похотей, жили в зависти, ненавидели друг друга. Вот такие мы были. Но Бог по великой милости, я здесь зачитал, что Он дал нам, смотрите, какую любовь, вот таким, какими мы были, вот таким людям Бог что дал? Любовь, все, что было, Он что сделал? Покрыл своей жертвою. И вот сегодня стоит вопрос быть. Когда мы читаем послание апостола Петра, он предупреждает, что придет день Господень, 3 глава 2 послания, с 10 стишка, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» И здесь стоит вопрос, он такой риторический, потом будет ответ на этот вопрос, я буду обращаться к этому слову «быть». И он говорит, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Вот какими должно быть? Да, он там будет писать, подщитесь, постарайтесь, подвязайтесь, потому что вот эти два слова «быть» и «постарайтесь», «подщитесь», они часто родственные слова. И в продолжении проповеди, чтобы иметь основание для проповеди, я зачитаю из послания Тимофея два места Писания, где Павел обращается к молодому Тимофею с такими словами. Я думаю, что это обращено также прямо и к нам, где он говорит во втором послании, в 1 главе, 13 стишком, «Держись образца здравого учения». И когда мы читаем первое послание, этим не заканчивается мысль Павла к Тимофею, чтобы ты знал здравое учение, держись здравое учение, вникай в здравое учение. Но он в первом послании, 4 главе, 12 стишком говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом», слово «будь», снова «быть», «будь», «будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». И вот это слово «быть» сегодня стоит конкретно, а как оно в нашей жизни? Мы понимаем, что наш образец – это есть сам Иисус Христос. И даже когда к нему приходил Филипп, подошел Филипп и говорит, покажи нам, то есть образец – это то, что мы должны видеть, являть, то, что осмысленно. И вот когда ему Филипп задает вопрос, Иисус отвечает на вопрос, покажи нам Отца, Иисус говорит, Филипп, столько времени ты со мною, видевший меня, видел Отца. Здесь стоит вопрос, что сам Иисус, Он показывал кого? Отца. И вот сегодня утреннее собрание, оно вдохновило. Я так смотрел, слушал. Первый брат, он так сказал, за совершенство, которое должны в нас проявляться. Брат, который молился в конце, уже мы помним за служителя, который, кажется, подвязается, чтобы вы были совершенны, исполнены плодов праведности и того, что угодно Богу. То есть сегодня звучала эта мысль. И вот я остановился на той мысли, что сам Иисус, Он оставил нам образец даже не себя, а кого? Отца. И вот мы понимаем, что Иисус злословящих
не злословил, обижающим не угрожал. Когда его не приняли в селение, мы смотрим кротость его. Он был милосерд. И когда мы смотрим на жизнь Иисуса, вот на образец, я понимаю, что это не только, чтобы мы видели этот образец, знали этот образец и только говорили, но Петр говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Это можно назвать одним словом, что быть. Быть такими, как был Иисус. И вот когда мы говорим за образец здравого учения, он в прошлом времени говорит, какими мы были, какие наши дела были, но когда мы стали верующими, нам здравое учение говорит, какие у нас должны быть дела. Вера содействовала делам Авраама, и делам и вера достигла совершенства. Вот такие должны быть наши дела. Какие у нас были слова, мы их сегодня должны стыдиться, но когда мы стали верующими, наши слова какими должны быть? «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших». Мы читаем в Якова, «Человек, который не согрешает в слове, есть человек совершенный, который может обуздать все свое тело». Вот такими мы должны быть в словах уже. Какие должны быть наши мысли? Что чисто, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Вот такие должны быть нас мысли. Но это не просто. Да, конечно, приходят разные мысли, бурные воды, как бурные мысли, как бурные воды, но мудрый, он что, собладает с этими мыслями, он вычерпывает их. У вас должны быть те же чувствования, слово «быть», какие во Христе Иисусе. Это «быть», это образец. И поэтому Павел обращается, я хотел бы оставить вот эту мысль, держись образца здравого учения, потому чтобы «быть», это должны быть подвязания, и слово «будь образцем» это очень высокий стандарт, это высокая нота. И вот когда мы об этом рассуждаем, ну как смотреть нам на самих себя, когда мы за собой заметили, что вот мы не всегда такими есть. Слово «быть» есть, это тоже, тот же смысл. И мы замечаем за собой нераспятую природу, мы можем где-то не пободствовать, не попыльнувать, украинское слово, и где-то дать волю своим эмоциям, плотским эмоциям, мы смотрим, что проявляется старый Адам, мы можем соседом где-то, может быть, не всегда по любви поступить. И вот когда мы смотрим на вот этого человека, мы говорим про верующего человека, у которого есть недостатки, какие-то пятна, какие-то пороки, ошибки, промахи, вот как нам быть, когда мы сравним себя с образцом, вот как смотреть на сегодняшний день вот эту родословную, потому что родословная Иисуса – это явить Отца, потом мы читаем про Павла, он говорит, подражайте мне, как я Христу, говорит для продолжения этой родословной Тимофею, будь образцем. И вот сегодня дети Божьи должны быть на кого похожие? На Отца нашего Небесного. Вот когда не все так складывается, как к этому относиться? Я буду читать места Писания, я это говорю себе и говорю вам. Будем смотреть на себя, как в зеркале Слова Божьего, первое место Писания, которое я прочитаю. Это будет первое послание Петра, вторая глава, несколько стишков. Это верующий человек, это дитя Божье, я наперед так говорю, но у которого и есть вот такие качества. «И так отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот как смотреть на верующего человека, у которого есть коварство, лицемерие, зависть, злоба? У нас как-то было такое общение, и конкретный человек пострадал от человека, от его коварства, от верующего человека, от его злословия, даже от его каких-то таких проявлений. И когда мы начали об этом говорить, я говорю, ну да, он же дитя Божье. Он так смотрит на меня, и я вижу, что он не согласен, что коварство, лицемерие, зависть, злоба может быть у дитя Божьего. Я говорю, ну да, но он же ходит в школу, я таким адвокатом стал вот этого человека. Он ходит в школу, он учится, но он еще не научился. Смотрю на нем, он не согласен. Говорю, ну да, есть не только школа, но давай так определимся, условно, ну он не в школе, он в детском садике. Смотрю, он не согласен. Говорю, ну детский садик, там же есть разные группы, вот здесь написано, что он новорожденный младенец, вот дадим ему статус так условно, детский садик, ясельная группа. Он мне говорит, какая ясельная группа, и он 8 лет ходит на собрание.
Я бы хотел бы сегодня сказать себе и вам, что если мы ходим 8 лет на собрание, 10 лет на собрание, 20 лет на собрание, но если у нас еще есть коварство, лицемерие, зависть, злословие, злоба, мы должны честно сами себе сказать, мы еще условно где новорожденные младенцы, ну так, образно в ясельной группе. Но дети Божьи, здесь написано, что это новорожденный, от Бога рожденный младенец, но он где, ну вот в таком состоянии. Это будет честно, и это будет давать нам выход. Потому что иногда верующие люди говорят, мы духовные. Почему мы духовные? Да потому что мы крещены Духом Святым, и в нас проявляются дары и дарования. Поэтому следующий возраст, о котором я буду говорить, это будет первое послание Коринтянам, 3 глава, где Павел обращается к Коринтянам, у которых были дары, дарования, пророчества, и мы читаем иные языки, истолкование, и он говорит к ним такие слова – «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, потому что если между вами зависть, споры, разногласия, это верующие люди, имеющие дары дарования, они, может быть, говорили о себе, что они духовные, есть такое понимание, что если есть пророчество, иные языки, истолкование, это духовный человек». Да, это все от Духа Святого, это очень важно. И когда Иисус наделяет своих учеников властью, силой Духа Святого воскрешать мертвые, они воскрешают мертвые, они это делают силой Духа Святого, но приходят вселение, их не приняли вселение, и они говорят Иисусу, разреши, мы скажем слово, и пусть спалит это вселение. Иисус дает оценку их духовности и говорит, не знаете, какого вы духа. То есть можно иметь дары дарования, воскрешать мертвые, но когда проявляется старый человек, плоской Адам, недораспятая плоть, и проявляются вот такие дела, Павел говорит, что я не могу говорить с вами как с духовными, но как с плоскими. Да, во Христе, он здесь говорит, как с плоскими, как с младенцами во Христе. И он говорит, что эти люди младенцы, это следующий возраст младенцы. У меня сосед был, брат Иван, через него были пророчества, я благодарю Бога, Бог через пророчество трудится над нами. И вот однажды они любили поехать пророки к пророкам. Вот что скажет пророк через пророка к пророку? И вот они троем едут, еще два таких брата, приезжают к сестре, а сестра так обрадовалась и говорит, мне Бог открыл, что ко мне сегодня приедет три младенца. Он так посмотрел, ну два младенца, но три. И он так говорит, сестра дерзает, даже не стал молиться, развернулись и уехали. Приехали к другому сосуду, преклонили колено, и первое, что... К ним звучит Слово Божье, пророческое Слово. И вот дети, если я говорю, что младенцы, почему огорчается сердце ваше? Каже, это сокрушило меня. Каже, я понял, что я человек еще такой горячий, я еще могу, ну так, где-то слова свои не подбирая, я могу так рубануть, сказать. Вот не всегда обчухрать, где нужно обрезать, обчухрать. Вы знаете, это должны быть те же чувствования быть, это должно быть. И вот говорит, я понял, что Бог на меня смотрит с духовными дарами, дарованиями, как на младенца. Я понимаю, что они даны для пользы, мы читаем, но если на сегодняшний день даны дары для пользы, то 13 глава говорит, что если я имею дар пророчества, говорю иными языками, горы могу переставлять, но не имею любви, характер Иисуса Христа, это важнейшее, то нет ни в том никакой пользы. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы с вами... Когда смотрим на вот эти возраста, какими мы должны быть, по времени, какими мы должны быть, как мы должны расти. Поэтому следующий возраст, на который я хотел бы обратить внимание, и он пишет к отрокам. Он пишет отцы, юноши, отроки. И вот когда мы говорим за отроки, то мы вспоминаем, как отрок Самуил служил при священнике Илии, и к нему говорил Господь. Но он не понимал, он не различал этого голоса. Сегодня, когда мы говорим про этот образец, и если Бог к нам говорит Духом Святым, и мы имеем общение с Ним, то Павел приводит пример, когда Моисей общался с Богом, это что-то меняло в его жизни, он преображался. И Павел этот пример приводит, что если у нас есть общение с Духом Святым, то мы читаем во втором послании к Коринтянам, 17-18 стих, 3-4 глава, говорит, где Дух Господень, там свобода. И мы открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа в тот же образ. Но стоит вопрос, всегда ли мы слышим, что нам говорит Дух? Даже на служении мы читаем ангел Лаодикийской церкви, он был на служении, но когда мы смотрим, слышал ли он Духа Святого, имеющий ухо да слышит, он не слышал, что говорит ему Дух Святой.
Ему нужно было уже для Иоанна, Иисус говорит для Иоанна, возьми на листке бумаги и напиши ему, пусть он прочитает. Он не слышит, что Дух Святой говорит. Нужно было установить какое-то правило, послать, прочитать уже. Буквально нужно было это расписать. Ангел Сардийской церкви, он не слышал. Кажет, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И напиши ему, ибо я не нахожу, что дела твои совершенны пред Богом моим. И так вспомни, Бог напоминает через письмо, это было письмо, конкретное письмо, по причине чего не слышал, что Дух говорит церквям. У нас как-то молодежь стала, хорошее собрание, Бог нам вам с вами говорит, Бог нам обращается через Слово Божие, через пророчество, видение, откровение, через помазание, обстоятельства, через псалмы, через стихи. Если бы мы все это услышали, в полноте услышали, новая эра христианства. Но вот иногда бывает так, что мы не все слышим, не все услышали, а иногда даже услышали, стоит вопрос, как мы к этому относимся. Как-то вышла молодежь, хорошее собрание, Бог говорил, они стали на крыльце и не видят, что пастор стоит за ними. И они перефразировали один такий псалом, он по-украински звучит так. Ось зібрання закінчили, і додому йдем. Все, що чули, все забули, завтра знову прийдем. Ось собрання вже окончилось, і все, що слышали, ми що, вже забили, завтра знову прийдем. Вот іноді ми буваємо такими отроками, которым Бог говорить, а ми слушаємо, що-то слышим, що-то не слышим. Следующий возраст – это юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Как определить юношу? Вы побеждаете лукавого. Вот когда уже побеждает ропот, недовольство, раздражение, гнев, это уже возраст, достаточно высокий возраст. И последний возраст, о котором я здесь говорю, Павел о себе говорит. Мы можем сегодня сказать, что когда в 5 главе мы читаем, каким должен быть Божий человек, то там стоит как бы в будущем времени «будьте». Благословляйте, прощайте, благотворите, молитесь, это будущее время. Но Павел о себе пишет, как о достигшем этого. Каже, нас хулят, мы молим. Благодушествуем в обидах, в притеснениях, в нуждах. То есть он говорит, что он когда-то был, когда был младенцем, он так и говорит. Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но когда стал мужем, мы понимаем, что это не за день, не за два. Кому-то к этому возрасту прийти нужно 10 лет, кому-то 30, кто-то еле за 40 придет, кому-то 400 лет нужно будет, чтобы прийти к этому образцу, который описан в 5 главе Матфея в Нагорной проповеди. И так, каже, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, благословляйте обижающих и молитесь за обижающих вас. И так будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Здесь упоминается одно такое качество, я на нем немножко остановлюсь, это обида. Вот когда мы уже не обижаем других, ну мы уже выросли. Но если мы еще обижаемся, и в одном собрании прозвучала эта мысль, что вот когда уже перестанешь обижаться, то образным языком Бог переведет тебя из духовного 4 класса в 5 духовный класс. Это образно. Один старший человек стал говорить, так что я 40 лет в 4 классе. Вот если мы еще обижаемся, мы должны сами себе сказать, нам есть куда расти. И расти, вот 5 глава Матфея, это образец. Держись образца здравого учения и будь образцем. Молитесь за обижающих. Как молитесь? Вот как молился Христос. Не умени им, они не знают, что делают. И там стоит вопрос в будущем времени слова «будьте». И так, каже, благословляйте, молитесь за обижающих. И так будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, да будете сынами Отца вашего Небесного. Мы дети во всех группах, ясная группа, мы дети Божьи. Младенцы – это дети Божьи, крещенные Духом Святым, но с недостатками мы дети Божьи. Отроки, которым говорит Господь, мы дети Божьи. Но я задаю вопрос, есть ли сегодня образец, и вот, вот он такой, как я здесь зачитал, держись образца здравого учения и будь образцем для верных в слове, в житии, в духе, в кротости. Как стоит вопрос в вопросах спасения? Потому что, когда мы говорим об этих вопросах, конечно, мы все понимаем, что завистью, коварством, лицемерием, злобой, как бы ни было, как бы ты ни был дитя Божье, мы понимаем, как войти в небо с коварством, лицемерием, завистью, злобой. От этого нужно что сделать? Вырасти. И здесь написано, что сделайте, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Я понимаю, что мы иногда медленно растем, Бог любит нас, ждет. Павел пишет к евреям послание, ибо, судя по времени, вам надлежало уже быть
учителями. Но иногда нас нужно учить первым началом Слова Божьего, и нам нужно молоко, а не твердая пища, потому что всякий питаемый молоком не сведут в слове правды, потому что он младенец. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И так, оставляя начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Здесь стоит такой вопрос интересной пищи, твердая пища. Мы в одном собрании говорили об этом вопросе за твердую пищу и задали вопрос. Ну, а как с твердой пищей нам дает, когда вы ели твердую пищу? Ну, в том собрании, я не говорю в вашем собрании. В вашем собрании хорошая духовная пища. Я сам напитался, я действительно пережил сегодняшний день благословение от того, что я слышал, от того, что, над чем я рассуждаю. Но в том собрании прозвучала мысль, стала сестра и говорит, что приезжал брат к нам 3 недели назад и давал нам твердую пищу. А что он вам проповедовал? Он проповедовал нам, что нам нужно перестать грешить. Иногда, когда мы говорим, что нам, верующим людям, нужно перестать грешить не на 90%, не на 98%, но, юноша, одного тебе не достает, и перестать грешить полностью, иногда для верующих людей это уже есть что? Твердая пища. Я бы хотел сказать, что кто крал предни креди, это для приходящих. Женщина, взятая при любодеянии, под благодать Иисус поставил. Иди и больше не греши. Это для кого? Для приходящих. И так, отложившись всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, всякое злословие, это не есть твердая пища. Это для кого? Для ясельной группы. Перестать грешить – это есть начало нашего чего? Христианства. Поэтому сегодня стоит очень вопрос такой остро. Какими мы должны быть, какими мы были и какими мы будем – и к чему нас призывает Господь? Мысль, которую я хотел оставить в собрании, держись образца здравого учения и будь образцем для верных в слове, в житии, в духе, в кротости, в терпении. И вот когда мы говорим за образец, я должен здесь сказать мысль за исключение. Потому что исключения, они всегда основаны на милости. Образцем, если кто будет веровать и креститься, спасен будет. Но разбойник, который на кресте, он не принял водного крещения, он будет в раю на каком основании? Исключение. Вот когда мы говорим, что вот это Евангелие, слово, образец, держись образца здравого учения, который нас учит, и если мы так живем, как здесь учит Слово Божие, наши уста, наши слова, наши отношения, наши чувствования, наши мысли, и мы принимаем хлебопреломление, то мы подтверждаем, что мы участники сначала исполнения вот этот хлеб, шедший с небес, это Слово Божие, а потом хлеба, который мы принимаем, как причастие мы говорим. Но когда мы это слово читаем, мы ходим на собрание, что-то слышим, что-то не слышим, что-то исполняем, что-то не исполняем и принимаем хлебопреломление, мы слышим, что там есть еще один очень важный такой, такая важная мысль, что многие из нас немощны и больны, и даже умирают, ибо если бы судили самих себя, не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Этот человек будет спасен. Но это, я задаю вопрос, это образец, когда Бог говорит, человек не слышит, написано, он не соблюдает. Говорит во второй раз, он снова не услышал. Вот как отрок обращается, а имеющий ухо духовное, он не слышит, что Дух говорит церквям. Бог говорит многократно, нет, тогда Бог говорит сновидение, если что человек не слышит, тогда Бог говорит жестокой болью в костях. Если человек услышал, это великая милость, он исправил свою жизнь, он будет спасен. Но это не образец, это что есть исключение. Когда мы говорим за головню из огня, это исключение. Когда мы говорим, что Бог открывает на смертном одре, это не образец, это исключение. И вот сегодня стоит вопрос. Держись образца здравого учения и будь образцем для верных в слове, в житии, в духе, в кротости, в терпении. Иногда, чтобы ответить на этот вопрос, люди слушают и говорят, а такое возможно? Я читаю вам за одну церковь, пусть Бог благословит вашу церковь этим благословением, которым Павел благословляет Фессалоникскую церковь, и в первом послании, в первой главе, он в 6 и 7 стих обращается к ним и хвалит их такими словами. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцем для всех верующих в Македонии и Ахайи». Когда мы приняли Дух Святой, мы приняли с радостью Духа Святого, Слово Его, которое живо и действенное, если оно действует, если мы в смирении сердца покоряемся Ему, и мы ходим в Духе и послушны Духу Святому, тогда вот это состояние действия, это не наше, это чье? Это Божье через Слово Его, через Дух Святой. Так что вы что? Сделались, стали образцем. Сегодня очень важно, чтобы семья была образцом. Не всегда это получается. У меня 9 детей,
Я понимаю, что воспитание – это очень непростой такой, ну, процесс. Мы вот едем к вам, сын говорит: папа, ты должен быть для меня примером, ты должен быть для меня образцом. И в одной семье неверующий человек, он был на работе, пресвитер ездил на маршруте, и он жил 4 месяца, и он рассказывает, как он наблюдал. Мы думаем, за нами смотрят, за нами не смотрят, но он наблюдал, как они живут. И вот говорит, жена, каже, утром в 4:30 уже на ногах, она уже готовит снеданок. Каже, маршрутка, она калорифер, зимой, каже, под поддон, знает, что нужно разогреть, чтобы легко заводилось. Каже, они с мужем так не, каже, не гаркаются, каже, так гарно живут, с детками молятся, каже. Я у них, каже, жил, смотрел за их жизнью, 4 месяца, каже, ни одного прокола. Думаю, алый театр, алый играют предо мной. Но когда я стал верующим, я понял, каже, что если Христос в них, каже, если Христос в нас, они не могли по-другому жить. Они стали образцем для этого человека, он покаялся. Я в собрании ищу сестру и говорю, что прочитай одно стихотворение. Сегодня много говорят об одежде, целомудрии, стыдливости, приличности святым. И это стихотворение как раз об одежде, приличности, целомудрии, со стыдливостью святым. Я говорю, прочитай это стихотворение, выйдешь, а вот там очень простая мысль. На арене века моды человека. Ныне так ведется, женщина стрижется. Ныне модным стало сбросить покрывало, знак отбросив власти из-за плотской страсти. Прорези распорки – это горень горький, знак любодеяния, соблазн вокруг. Я говорю, ну ты должна понимать, что когда ты будешь читать вот здесь это стихотворение, ты должна быть в этих вопросах целомудрия, стыдливости, приличности святым образцом. И не только здесь, но в городе, в колледже, там, где ты находишься, ты должна быть образцом. Он говорит, нет, я этого стихотворения читать не буду, я не готова еще. Я предложил другой сестре, он говорит, нет, я не буду. Я решил предложить своей дочери. Я говорю, дочь, говорю, ты должна сегодня явить этот образец. Я готов тебе содействовать во всех случаях, и Бог будет тебе содействовать. Но вот когда ты выйдешь, ты должна действительно соответствовать этому образцу. Она говорит, папа, не делай меня образцом. Я только 2 месяца, как приняла водное крещение, я еще ясельная группа. Я еще не доросла, чтобы быть образцом. И вы знаете, сегодня стоит вопрос, что Бог нас любит в ясельной группе. Бог любит нас младенцами, Бог любит нас отроками. Но сегодня Бог желает, чтобы мы держались образца здравого учения и были образцем для верных в слове, в житии, в духе, в кротости, в терпении. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы сегодня, имея благодать Божью, милость Его, среди тех земных странствований уразумели наше звание и призвание, потому что, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Называться – это просто, но быть, каже, будь образцем. Держись образца здравого учения. И сегодня, когда все эти вопросы звучат, иногда после таких рассуждений стоит вопрос, что не за день все это приходит. Хочу ребенка за 5 месяцев, этого не бывает. Бог действительно трудится над нами, чтобы мы с вами не остались ни в ясельной группе. Как вы думаете, ясельная группа – это образец? Младенцы во Христе, у которых споры, зависть, разногласия, но они крещены Духом Святым, они во Христе. Это образец? Отроки, которым говорит Господь, обращается через слово, через пророчество, через видение, через откровение. Что-то слышим, что-то не слышим. Это образец? И оказывается, стоит конкретно вопрос. У нас иногда образец, спрашиваю, а есть такое? Они говорят, может, как исключение есть. И у нас иногда образец стал исключением, а исключение стало уже образцом. А как будем спасаться? Да как исключение, по милости, не от дел. Иногда часто звучат эти вопросы. Я понимаю, что разбойник, у него не было уже возможности, он был на кресте, он как исключение. Я понимаю, что кто-то как головня из огня. Я понимаю, что кто-то жестокой болью у костя. Я понимаю, кому-то на смертном одре, как исключение Бог явит, и он во свете Слова Божия увидит самого себя. Но сегодня наше собрание только для того, чтобы мы уже на этой земле увидели, какие мы есть, и поспешили к тому, за что сегодня была молитва, чтобы мы были совершенны и исполнены того, что угодно Господу нашему Иисусу Христу. Вы свет миру, вы соль земли. На сегодняшний день это наше звание и призвание. Пусть Бог благословит вашу церковь, чтобы вы, принявши Слово Божье с радостью Духа Святого, действительно с Божьей помощью, Его благодатью, сегодня были образцем свет для Гоим,
для язычников, внешних людей, и для верных в слове, в житии, в духе, в кротости. И я верю, что Бог своей силою, если мы будем согласны на это, отвергнуть себя, потому что не все люди будут. Иисус говорит, кто приходит ко мне и полюбит больше себя, или сына, или дочь в этом мире, тот не может быть моим учеником. Но кто-то желает быть, действительно быть его детем, быть образцом, быть в этом деле, быть в его народе, быть его отображением славы. Бог обязательно все сделает, чтобы мы сегодня действительно в этом были. Я бы хотел присоединиться к молитве вашей церкви, которая сегодня утром была. И так молодежь разложила за смирение Христа. Какое должно быть на смирение? За кротость Христа, за его характер, за его чувствование. Ваше собрание, молитва, чтобы Бог сегодня вашу церковь сохранил, чтобы она действительно была образцем. Да поможет нам Господь в этом возрасте. Помолимся, пусть Бог благословит нас, наши дома, семьи, детей наших, церковь вашу, служение, дабы все это было во славу Божию, а наше с вами возрастание в образ Иисуса Христа. Ему слава. Аминь.